Здравствуйте, и с вами снова я, ваш единственный неповторимый сумасшедший беззубый летсплейщик. Всех приветствую, ребят, всем здоровья, счастья, удачи. И я, ребят, сегодня решил полететь в Старокузнецк. Вот, я уже сюда приближаюсь. Тут, конечно, машина, надеюсь, меня слышно хорошо. Ой, ребят, сейчас поедем в гору. Я, блин, пожалуй, слезу, а то, знаете, я не вытащу, блин. Вчера, блин, тяжелый присед был. Ну, сами понимаете, ноги болят, блин, мама, не горюй. Так, что, ребятки, хотел сказать? А, ребятки, сегодня я решил маленько развеяться. Блин, ребят, просите играть, блин, жарко в такие дни. Жарище, блин, стоит страшно. Скорее бы, блин, уже дождичек прошел. А то уже, ну, невозможно, блин, как цыпленок гриль, блин, себя чувствую, блин, зажариваюсь весь. Ой, сейчас, ребятки, немножко отдышусь. О, все. Фух, горочку я прошел. Можно залезать на свой велик. Кстати, ребят, велик я починил. Купил новое колесико, сейчас, ребятки, залезу. О, пердит, блин, едет старый кусок говна. Ну, в общем, ребятки, вот я уже здесь, вот я уже в Старокузнецке. О, фу, запухался ваш беззубый. О, смотрите, ребят, КФС. Ха, вредная еда. А, ребят, не жуйте это дерьмо. А то, блин, рано помрете. Ну, в принципе. Просто там используют всякие эти приправы, ребят. Черт его знает, что они туда, блин, подсыпают. Ну, в общем, ребят, это дерьмо я вам жрать не советую. Так, ребятки, я уже здесь. Сейчас нам нужно через эту дорожку перебраться, чтобы нас машина, блин, не сбила. Надеюсь, блин, не собьет, а то я буду мертвый беззубый лесплейщик. Беззубый еще и мертвый. Здорово, ребятки. Так, ну что? Так, ребятки, вроде чисто. Ну что, погнали. Вроде беззубый вас ваш выжил. Так, ребята, что тоже небольшая горочка. Сейчас я свой велик затащу. Сейчас свой велик подстрахую. О, все, ребят, мы выползли. Так, ну что, ребят, сейчас я немножко здесь проеду и с вами свяжусь и побазарим дальше. Так, ребятушки, до встречи, скоро увидимся. Не переключайтесь. Так, ну что, ребятки, вот я перебрался через дорогу и сейчас мы будем с вами базарить дальше. Сейчас только я вот на этот вот, как говорится, заезд заеду, чтобы там через бортик не переходить. О, все, ребят, можно гнать. Ну что, ребятки, полетели, сейчас побазарим. Фух, как говорится, мое любимое занятие, так сказать. О, кстати, ребят, фух, сейчас маленько отдышусь. Скажете, без зуба, что ты так дышишь-то, блин? Что ты отдышка у тебя постоянно? Ты что, курильщик, что ли? Ребят, ни в коем случае, просто я сейчас набираю массу. Фух, суставы, блин, все залиты. Воды, блин, в организме много. Ну, в общем, блин, ребят, ветер дует. Не слышно опять, наверное, ни хрена. Сейчас, ребятки, немножко дальше проедем. Чего? Микрофон, блин, базарит. Так. Фу. Сейчас, ребятушки. Главное, чтобы меня машина не сбила. Так. Фу. Короче, ребят, мы-то обычно как? По левой стороне обычно в Старокузнецке закатаемся. А сегодня будем кататься по правой. Фу. Как говорится, немножко изменим нашу тактику. Фу. Так. Эх, кстати, ребят, парк классный построили, красивый такой. В общем, здорово смотрится. Ой, вообще, знаете, ребят, люблю я Старокузнец. Тут мое сердце, моя душа почему-то спокойно. Не знаю, нравится мне это место. Не знаю, очень я его люблю. Просто у моей мамы здесь... Я тут, ребят, в детстве часто очень бывал. У моей мамы здесь две подруги живут. Ну, жили, живут раньше. Мы с ней часто к ним в гости ходили. В общем, часто я очень в этом месте был. На трамвае, помню, с мамой часто катались. Так что как-то, ну не знаю, ребят, люблю это место, нравится мне здесь. Как-то здесь, знаете, так спокойно и вообще. Ну, нравится, ребят, сами знаете это чувство, когда тебе что-то нравится. То же самое, как приседать со штангой и тянуть, блин, здоровые веса. Ну, вы меня понимаете, ребят, о чем я. Ох, красота. А, ребят, сегодня хотел с вами поговорить про упражнения. Ребят, я должен донести на вас крайне важную информацию. Ребят, запомните раз и навсегда. Если вы новичок, первые полтора-два года вы должны работать только на силу, ребят. Запомните, только на силу. Так, секунду, ребят, кочки, сейчас я велик подстрахую. Так, ребятушки, я... Ой, блин, олигофрен, надо срочно объехать. Тупые детишки кончены. Короче, ребят, слушайте меня внимательно. Если вы новичок, первые два года вы должны работать только на силу, ребят. Базовые движения должны у вас только быть в приоритете, только на силу. Потом, когда вы уже стали таким среднячком, тогда можете уже маленькие веса уменьшать и работать на периодизацию, ребят. Это очень важно, запомните. Но первые полтора-два года только силовые тренировки, ребят.
как говорится, вы должны работать, пахать, чтобы набирать массу и все такое, да. Да, сейчас, ребятки, ваши без зуба немножко отдышится. Чуть, блин, бабку не сбил, блин, идет, ни хрена не смотрит по дороге. Так, я думаю, ребятки, нам сейчас нужно лететь вон туда. Блин, ветер дует, разрази меня гром. О, сейчас, ребятушки. Короче, ребят, надеюсь, вы меня поняли. Первые 2 года, если вы новичок, если вы только пришли с вами тренироваться с железом в тренажерный зал, вы должны работать только на силу, ребят. О. Вы должны, ребят, построить мощный силовой фундамент. Обязательно, это очень важно. Так, секунду, ребят. Фу, ребятушки, дорожку объехал. Мне показалось, там машина едет, на самом деле там ничего не было. Да, так. А, ребят, запомните, диапазон повторений должен быть 3-5, понимаете, ребят? Чисто силовые повторения. Приседания, становая тяга и жим лежа. Ну, можно отжимания на брусьях, конечно, делать. Все-таки я советую больше отжиматься на брусьях, а жим лежа — это такое чисто силовое упражнение. Но, ребят, вы должны его делать тоже, не забывайте ни в коем случае про жим лежа. Это базовое силовое упражнение, очень мощное, которое дает очень тоже мощный выброс гормонов. Ну, не такой, конечно, мощный, как приседание и становая тяга, но тоже, блин, достаточно мощный, ребят. Так что, ребят, жимом лежа пренебрегать нельзя ни в коем случае. Ой. Господи, жарко, блин, дышать нечем. Блин, я еще тут 10 килограмм, блин, в весе добавил. Господи, ребят, какой-то кошмар, блин, я раньше весил 80, сейчас, блин, вешаю 90. Кошмар, ребят. Никогда, блин, не пережирайте, а то у вас, блин, желудок разорвется и все такое. Ой, кошмар. Так, ребятки, где мой, черт возьми? А нет, я знаю это место. Так, короче, ребят, запомнили, первые 1,5-2 года только силовой тренинг, тяжелые приседания, тяжелая становая тяга, тяжелое отжимание на брусьях, ну и подтягивание, конечно, тоже. Самое главное, ребят, не забывайте приседать. Приседы становые — это наше все. Самые крутые упражнения. Ну, а жим лежа — такое чисто силовое упражнение. Так что, ребят, на силу не забывайте его делать. Это очень важно. Очень классное упражнение. Так. Кажется, ребят, я сбился с пути. Эх, что-то я не узнаю это место, если честно. Блин, ребят, надеюсь, вам ветер сильно не мешает. А тут он, блин, дует постоянно и дует, разрази его гром. Короче, ребят, сейчас немножко передохну и с вами свяжусь. Так, ребятки, до встречи. Фу. Так, ребятушки, я снова с вами немножко отдышался, блин, водички. Ой, попил. Господи, ребят, дебильные детишки, они меня достали. Мы под колеса, блин, постоянно лезут, представляете, ребят? Ну, блин, я не знаю. Господи, он с нас целое говно, блин, на ножках. Задолбали, блин, под колеса бросаются. Я и так уже из-за них одно колесо, блин, угробил. Чёртовы детишки. Так, ладно, ребят, сейчас встреча не об этом. Запомните, ребят, приседания со штангой, становая тяга — это ваше все. Это ваш силовой фундамент, ребятки, никогда ими не пренебрегайте. Это самые лучшие упражнения в мире, блин. Приседания и становая тяга. Блин, ветер дует, разрази меня гром. Кстати, ребят, тоже парк здесь неплохой, такой красивый построили. Сейчас мы с вами туда зарулим. О, ой, блин, ребятушки, промахнулся, блин, немножко. Да, неплохой такой парк. Сейчас тут покатаемся немножко. Блин, ребят, жара стоит. Мама, не горюй, а. Ох, потом обливаюсь, задолбался. Я массу, блин, сливаю, ребятушки. О, растения, блин, бетон пробили. Нифига они мощные. Видать, базу, блин, делают. Да, ох, ребятки. Завтра, блин, мне на работу. Я просто решил сегодня поснимать. Думаю, ребят, лето же уже кончается. Уже, блин, середина лета, даже больше. Эх, несправедливо, что лето всегда так быстро проходит. Так что, думаю, нужно записать еще одно видео, как я в Старокузнецке с своим любимым катаюсь. Не знаю, ребят, я обожаю это место, нравится оно мне. Как-то здесь прям, ну я уже говорил, вон там, смотрите, какая природа, блин, наверху, красота. Надеюсь, ребятушки, вам меня слышно, а то, блин, ветер дует, разрази меня гром. Ну я, блин, стараюсь потише ехать, чтобы это, ну, сильно так не дул, чтобы этот шум вам не мешал. Так, ребят, запомните, если вы новичок и пришли тренироваться в тренажерный зал, в качалочку, ребят, первые 1,5-2 года только силовой тренинг, ребят. Запомните, приседания со штангой на 3-5 повторений. Становая тяга со штангой тоже, блин, на 5-3 повторений. Отжимания на брусьях на 3-5 повторений. И подтягивания на турнике, ребят, тоже на 3-5 повторений. Эти упражнения, ребят, они помогут вам построить мощный силовой фундамент. А вот после этого, когда вы уже построили мощный силовой фундамент, вы можете заниматься уже таким чисто... Ну, бодибилдерским, культуристическим тренингом, ребят, там, намного повторку, там, периодизацию делать, там, и все такое. Так что, ребят, ни в коем случае не вздумайте пренебрегать этими упражнениями. Это очень классные упражнения, ребят.
Они помогут вам стать сильнее, здоровее, мощнее, блин. Так что, ребят, я вам советую, никогда не пренебрегайте с базой. Ребят, запомните, база рулит всегда. База, блин, всегда рулит, ребят, запомните раз навсегда. Ваш беззубый, блин, фигни не посоветует. Да. Ну, а в целом, ребят, конечно, желаю вам здоровья, счастья, удачи. Занимайтесь, ребят. Правильно питайтесь, тренируйтесь, блин. Если вы новичок, делайте базу. Если вы такой же среднячок, делайте периодизацию. Я в прошлом видео про нее рассказывал. Периодизация. Классный такой силовой тренинг, ребят. Так что, ребят, запомните, это очень важно. Так, сейчас, ребятушки. Давай, всякие, блин, люди ходят. Главное, не сбить никого. Так, ладно, ребят, сейчас немножко отдышусь и с вами свяжусь. До встречи. Ху! Так, братули, ху, я снова с вами. Я тут сейчас звонил, блин, братуле Денчику. Классный пацан тоже, мой хороший друг. И мы сегодня, короче, решили на речку сходить. Ну вот, сейчас это решаем, пойти нам или нет. Я просто решил сначала в Старокузнец сгонять маленько, покататься. Думаю, видео для вас запишу, что-нибудь побазарим там с вами. Да, так что вот, решили на речку сходить. Денчик, кстати, не знаю, ну, почему-то все мои друзья почему-то, блин, Денчика не очень долюбливают. Говорят, что он, типа, там, выпендривается и все такое. Ну, не знаю, ребят. Может, немного и есть, но, понимаете, ребят, я такой человек, я, блин, не люблю ругаться. Я хочу, чтобы, ну, чтобы мы все вместе, блин, дружили, общались там, занимались. То есть я очень тяжело переживаю, когда друзья ругаются там или с кем-то не хотят общаться. То есть, ну, не люблю я этого, ребят. Я достаточно такой человек, что... О, господи, а еще один олигофрен, блин. Короче, ребят, погнали. В общем, ребят, не люблю я ругаться, если такое. То есть мне это доставляет только какую-то сердечную боль. Такую. Я хочу, чтобы все были... Все жили дружные, вместе, все такое. Так, ребятушки, черт меня подери, что-то я забыл, где мы вообще. А, подожди, я уже вспомнил, где мы. Просто эту сторону я Старокузнецка не очень хорошо знаю. О, смотри, блин, старый кусок говна поехал. Не знаю, моему братуле Захару нравятся такие машины. Ну, неважно. Так, вот, смотрите, ребят, девушка, блин, впереди курит. Как это омерзительно, блин. Так, ну ладно, не будем о плохом. Так, ребят, что хотел сказать? Ах, да, про пи... А, нет, подожди, про силовой тренинг. Короче, ребят... Ой, вы скажете, беззубый, ты нас уже бесишь, блин, постоянно ты повторяешься. Ребят, эту серьезную информацию я никогда не устану, блин, повторять тоже. То есть, если вы новичок и пришли в тренажерный зал, должна для вас в приоритете быть только база, ребят. Потому что база, блин, всегда рулит. О. Господи, ребят, я сейчас свои легкие, блин, выблюю. Кошмар, блин. Как сраный, блин, курильщик, задыхаюсь. Ну, правда, ребят, честно вам скажу. Когда я набрал эти 10 килограмм, что-то мне дышать стало тяжело. Ну, видите, ребят, решил ваш беззубый немножко поднабрать. Так, ребят, сейчас ваш беззубый через дорогу переберется и продолжит с вами базарить. Так, надеюсь, меня машина не собьет. Так, ребятушки, едем дальше. Сейчас, короче, заберемся на какую-нибудь горку с вами. И съедем, блин, как бешеные. Так, ребят, смотрите, а когда вы стали таким уже среднячком, то есть когда вы уже построили себе такой мощный силовой фундамент и все такое, то есть если вы в легкую, запомните, ребят, если вы в легкую приседаете полтора своего веса, все, ребят, вы стали сильным, вам пора уже переходить на периодизацию. А про периодизацию я вам рассказывал в предыдущем видео, ребят. Так, вроде все спокойно, погнали. То есть вы должны гликолитические мышечные волокна тренировать и окислительные, ребят, это очень важно. А можно даже еще и тренировать и промежуточные, ребят. Тоже очень важно. Так, машина едет, осторожно. Ну, всего доброго тебе, дружище. Так, ребятки. Пробираемся потихоньку. Там, блин, эти куски говна, блин, сейчас шуметь, наверное, будут. Ничего не будет слышно. Сейчас мы с вами, ребят, в более тихое место переберемся. О, блин. Черт, ребят, кочки, разрази меня гром. Ну, это не важно. Сейчас мы вот туда с вами полетим. Там тоже есть такая классная горочка. Ой, блин, ветер дует, ребят. Надеюсь, вам меня хорошо, блин, слышно. Так вот, ребят, если вы в легкую приседаете полтора своего веса, все. Вы созрели для периодизации. Потому что, когда вы уже построили такой себе мощный силовой фундамент, можно уже, как говорится, мышцы удивлять. Да. Сейчас, ребятки. Так, блин, ребятки, я здесь уже, блин, 100 лет, блин, не был. Черт, ветер этот козлина, блин, дует, мешает мне вам. Важно. Короче, сейчас я немножко остановлюсь, ребят, пешочком пройду. Ой, хотя все равно, блин, дует, зараза. Место, видать, такое, да. Так, ну ладно, ребят, сейчас немножко отдышусь и продолжим с вами наш разговор. Ребята,
Ребята, до встречи, не переключайтесь. Так, ребятушки, ваш беззубый решил зарулить самое-самое свое любимое место в Старокузнецке. Это моя самая любимая горка, ребят. Не знаю, нравится она мне больше всех. Так что сейчас мы с ней съедем и поедем на ту горку, на которой мы с вами еще не были, ребят. Ну, как говорится, ребят, полетели. Ох, немножко, как говорится, развеемся на своем любимом местечке. Кстати, мы недавно с братулей Захаром гоняли сюда. Блин, а у Захара у него же BMX, он же BMX-ер тоже один. Довольно неплохой BMX-ер. Классно у него получается, уважаю братуля Захара, он классный. Как и все мои братули, братуля Сёма, братуля Захар, братуля Вовка, братуля Денчик. Ну, Денчик почему-то недолюбливают сильно, ну, я не знаю, ребят, я добьюсь того, чтобы мы все вместе, блин, дружили, гуляли и вообще и общались. Потому что я не люблю, когда кто-то остается в стороне. Ну, понимаете, ребят, вот моим друзьям кажется, что Денчик выпендривается сильно. Ну, может, это так и есть немножко, но... Может, это у Денчика просто харизма такая, что ли, я не знаю. Ну, в общем, ребят, ну, не мне судить, как говорится, но вот им кажется, что он выпендривается. Так что все такое. Да, ну ничего, ребят, будем жить дружно. Так, о, ребятки, смотрите. Господи, ну и состояние у этих зданий, блин. Да на психушку, блин, похож, что сразу меня гром. Где, блин, лоботомию делают? Ну, вы помните, ребят, я угорал с этой, блин, лоботомией. Подождите, а, нет, это мы с братцами любим угорать, блин, лоботомию там в психушке сделали и все такое. Тоже, ребят, вспомнил, блин, лоботомию, блин, кошмар. Да, о, смотрите, ребят, там что, блин, смотрите, ребят, что там происходит-то? Там что, блин, пришельцы, что ли, поймали или что? Нифига себе. Смотрите, кошмар, блин, а, карантин и все такое. Слушайте, ребят, это что, блин? Из зоны 51, что ли, приехали? Нифига себе. Ой, ребят, нужно отсюда убираться, блин. Кошмар, блин, ребятки, надо валить отсюда. Какой-то кошмар, блин, происходит. Это оборотни, блин, в белых халатах. Кошмар. Так, ребятки, надеюсь, вы запомнили. А, кстати, ребят, про разнообразие тренинга я сейчас с вами еще поговорю. Господи, ребят, вот и больницы, блин, страшные дела творятся какие-то. Вы, блин, видели, там какие-то, блин... В спец, блин, костюмах дядьки ходили. Кошмар, блин. Походу, они реально, блин, пришельца поймали. Туда его на эксперименты, блин, повели. Господи, какой же таки я балабон. Ну и фантазия у меня, разрази меня гром. А здесь классно, ребят. Красиво здесь, разрази меня гром. Сейчас, ребятушки, съедем. И поедем на ту горку, на которой мы еще не были. Это на другой стороне Старокузнецка. Это как бы, так, подожди. Да, это левая сторона, а там правая. На которой мы с вами еще не были. Ну, сейчас мы на ней побудем, ребятки. Блин, ребятушки, ну хоть ветер маленько успокоился, а то, блин, дул без остановки. Так, ребят, там сзади машина, которая, блин, может меня ушатать. Так что я маленько потише поеду. А то, блин, ваш беззубый сыграет в ящик. Так, ребятушки, что хотел сказать? Ах, да, ребят, запомните, питайтесь, ребят, правильно. Не жрите вы гамбургеры, не жрите вы это все KFC, блин, КФС, как мой братуля Сёма друг называет, КФС, блин. Ешьте, ребят, правильную пищу, там, вареное мясо, то жареное, тоже, блин, не жрите, это достаточно все вредное дерьмо, эти консерванты и все такое. И вареное мясо, там, гречку, там, перловку, лапшу, блин, все варите, там, как говорится, думайте о своем здоровье, ребят, это очень важно, как говорится, у вас и мышцы от этого будут лучше расти, от качественной еды, ребят. Все эти KFC, эти гамбургеры, не жрите это дерьмо конченое. Дольше проживете, ребятки, запомните мои слова. Без зубы, блин, дерьма не посоветует. О, ребят, сейчас мы на нашу любимую эту дорожку зарулим, на которой я просто обожаю кататься. Сейчас, ребят, завернем, вот там машина, блин, борзая едет, которая желает меня размотать. Не дождешься, блин, салага. Я, блин, Господи, ребят. Язык, блин, заплетается уже. Ну, сами понимаете, когда у тебя нет зубов, очень сложно говорить. Ну, вы же меня знаете, ребятки. О! О, кстати, ребятки, я там из-за олигофрена, блин, колеса лишился. Конченый ублюдок выскочил. Совсем оборзел, блин. Ну, теперь колеса я уже поменял. Вот, тоже, ребятки, дом красивый. Да, неплохо. Ну, конечно же, в нашем дворе лучше. Хотя здесь, я смотрю, и турники, блин, есть, и всякие спортплощадки. А у нас, блин, во дворе ни хрена, блин, нет.
О, здесь вот, ребятки, короче, еду, этот дебильный олигофренд, блин, выскакивает. Я, короче, торможу резко, меня выносит в сторону, я, блин, колесо мое превращается, блин, в месиво. Господи, откуда ты, блин, срань господня выскочил-то тогда? Пришлось, блин, 2000 на колесо тратить. Ну, это не важно, ребятушки, главное, что я его купил. Господи, понарожают дурачков, потом не знают, что с ними делать, ребят. Разрази меня гром, честное слово. Что-то, ребят, короче, меня понесло, я разболтался что-то. Ну, вы же меня знаете, ребят. Любит ваш беззубый поболтать. О, смотрите, еще, блин, два дурачка, блин, самокатера едут. Как все мы их называем, самокатеры, куски говна. Ну, короче, ребят, сейчас мимо самокатеров проедем, чтобы они меня не слышали, а то, может, им обидно станет. И я с вами свяжусь, ребятки. Ребятки, до встречи. Так, ребятушки, я уже здесь, блин, самокатеров объехал. Немножко меня, блин, занесло не в то место, в которое я хотел. Ну, ладно, это не важно. Как говорится, здесь тоже люблю я кататься. Господи, ребят. Сейчас, блин, по дороге встретил опять двух дурачков, олигофренов. Господи, ребят, вы, наверное, думаете, беззубый. Чё ты, блин, так людей и детей не любишь-то? Ребят, дело в том, что вы поймите, я хорошего человека никогда в жизни, блин, не оскорблю. Да у меня просто язык не повернется. Но если человек говно, он, блин, просто напрашивается на то, чтобы его обосрали, блин, с ног до головы этого конченого идиота, блин. Который думает, что он, блин, лучше всех. Ну, вы знаете, ребят, есть такие люди, блин, не люди, а настоящее говно. Которые, прям, знаете, от него прям даже воняет, как от говна, блин. Ой, ненавижу таких людей. Ну, эти, блин, детишки, ребят, дебильные, эти пьющие родители нарожают дураков. Потом не знают, блин, что с ними делать. Я же вам говорю, у меня во дворе. Они, блин, бегают с палками друг за другом, а рядом сидят детишки. Ой, господи. Детишки, блин, говорю, родители сидят рядом. Пиво, блин, дуют, сигареты курят. Ну, ребят, это что вообще за такие родители? Это конченые, зарази меня гром. Детей, блин, нарожали, дети за их грехи, блин, расплачиваются за алкогольные. Козлы, блин, ненавижу этих тварей. Ой, господи, простите, ребят, может, такой слишком уж я, как говорится, прямой. Ну, такой я вот прямой, я все напрямую говорю, я за глаза никогда ничего не говорю. Я всегда все в глаза, блин, выдаю. Потому что, ребят, я не крыса, и вы тоже крыса не будете. Если у вас есть какие-то претензии к человеку, скажите ему в глаза. Как говорится, будьте человеком. И все, честным, справедливым, как я. Ну, может, в некотором плане и прямым таким слишком, который... Я, в принципе, могу и оскорбить человека, но, ребят, еще раз повторяюсь, хорошего человека я в жизни, блин, не оскорблю, и хорошего ребенка. У меня просто язык не повернется. А этих, блин, отбросов общества, блин, конченых, чтобы... Они, блин, сами напрашиваются, чтобы их оскорбили, блин. Отродье, блин, сатаны, честное слово, ребятки. Так, ребятки, заруливаем сюда потихоньку. Так, ну что, ребят, думаю, пришло время прокатиться к той горочке, на которой мы с вами еще не были. Так что, ребят, заканчиваю трындеть языком. Сейчас буду своими накачанными ножками перебирать до туда. Так что, ребятушки, встретимся с вами уже там. Все, ребят, счастливо. Фу. До встречи на этой самой горочке. Фу. Так, ребятушки, ваш беззубый снова на связи. И что, ребят, стартуем, как говорится. Сейчас мы поедем с вами вон туда. Вон, видите, это здорово, это же горочка. Я в прошлом видео-то, как говорится, когда я снимал, не заехал на нее. Ну, в общем, ребят, как говорится, исправим эту ошибку сейчас. Так что, ребят, летим. А пока мы летим... Я буду рассказывать вам еще всякую полезную информацию. Но, ребят, самая главная информация, ребят, запомните. Ой, сейчас вздохну, блин, поглубже. Зажурел ваш беззубый летсплейщик, блин, зажрался. Да, ребят, короче, ребят, запомните. Если вы в легкую приседаете полтора своего веса и тянете полтора своего веса, все, ребят, вы созрели, вы стали сильным, вы стали мощным. Вам пора делать периодизацию. Это очень классная вещь, которая поможет вам стимулировать мышцы, ребят. Я в предыдущем видео про нее рассказывал, но, ребят, я же люблю повторяться. Так что, ребят, повторяюсь еще раз. Периодизация — это. К примеру, вот, например, день у вас приседа, да, тренируете вы приседаете, например, в понедельник. Тренируетесь на силу. Вы должны приседать в диапазоне 3-5 повторений, то есть от 3 до 5, не больше. А когда у вас через неделю снова присед, то вы приседаете, например, на гипертрофию мышц, ребят. Например, приседаете от 8 до 12, то есть 8-12 повторений. Вот. А когда, например, у вас окислительные мышечные волокна, вы приседаете от 12 и выше, до 20, где-то так, ребят. И отдых перед подходами у вас должен быть, как говорится, когда у вас силовой тренинг, то есть отдых перед подходами у вас должен быть примерно, ну, знаете, так, минуты 2,5-3 вы должны отдыхать. Когда у вас на гипертрофию тренировка, вы должны отдыхать, например, 1,5-2 минуты. А когда у вас тренировка на окислительные мышечные волокна, вы должны отдыхать, ребят, примерно 30 секунд. 30 секунд отдыхайте, 30 секунд под нагрузкой, ребят. Все просто.
как говорится, придерживайтесь этих правил, и вы всегда будете сильным, здоровым и мощным. Так что, ребят, запомните, это очень важно. Да. Ну, надеюсь, ребят, все понятно. А насчет бега, ребят, запомните, бег — это полное дерьмо. Такое же, блин, как и кардио. Не вздумайте, блин, бегать. У вас, блин, все колени сразу посыпятся, если вы будете бегать. Самое классное кардио, ребят, это тренировка, как говорится, окислительных мышечных волокон. Катание на велике — это самое лучшее кардио, ребят, запомните. А бег, не вздумайте бегать. Все колени, блин, себе испортите, к чертовой матери. Да, так что, ребят, надеюсь, моя информация, как всегда, вам полезна. Эх, классно, ребят, денек такой хороший. Жалко, что лето уже потихоньку начинает кончаться. Ну, в принципе, не все так плохо, ребят, не все еще потеряно. В принципе, еще полтора месяца впереди, так что успею еще накататься. Кстати, ребят, по поводу прохождения Dead Space, пока сделаю небольшой перерыв. Как говорится, блин, ребятушки, тяжело в такую жару, блин, снимать, так что немножко передохну, подожду, пока немножко погода устаканится. Жарковато, ребята, если честно. Сейчас немножко подожду, когда эта жара пройдет, и начну снимать дальше. Мы должны с вами, блин, пивной заговор, блин, пройти. Ну, а пока что буду рассказывать прям про силовой тренинг, про тренинг на гипертрофию и все такое. Ну, в принципе, я-то это уже и сделал. О, что, ребят, во двор, что ли, зарулить? Да, давайте зарулим во двор. Там, к тому же, машина, блин, нам конченая, блин, постоянно мешает. Ох, ребят, тенек, наконец-то, блин. Да, ну что, сейчас скоро полечу во двор. Надеюсь, мы сегодня сходим на речку с братулями. Хотелось бы, я там уже давно, блин, не был. Так чисто, как раньше, помню, мы ходили. Да, ох, кстати, симпатичный дворик такой. Тихо, спокойно, ребят, здорово. Да, ну что ж, ребят, надеюсь, моя информация была вам полезна. Говорю вам все, что работает. А, кстати, ребят, скоро я сделаю нарезку своих тренировок с моими братулями, с моими друзьями, с моими учениками. И вы убедитесь, что я вдвойне, блин, не балабол. Так что, ребятушки, ждите видео. Там братуля Захар, братуля Вовка, братуля Сёма, короче, все будут. Денчик, всех, блин, выложу все. Посмотрите на моих друзей, блин, какие они все мощные и сильные. Так, а чё, мы здесь не проедем? Да, не, в принципе, проедем. Ну, ладно, сейчас развернемся, ребятушки. Эх, тяжеловато одной рукой управлять. Ну, ничего страшного, я ж, блин, мощный. Ну что ж, ребятки, на этом, наверное, с вами буду прощаться. Сейчас немножко еще поколесим, покатаемся. Смотрите, ребят, небо, красота. Просто красотища. Обожаю лето. К тому же у нас его вечно мало. К сожалению. О, ребят, ну как всегда, блин, закон подлости, съезда нет, придется слезать. Оп, сейчас, ребятушки. Опа. Ну, порядочек. Эх, красота, ребят, обожаю Старокузнецк. Просто шикарно здесь, красиво. Эх, здорово. Ой, ну что ж, ребятки, буду с вами, наверное, потихоньку прощаться. Сейчас мы туда выехаем с вами. Блин, машинка всегда дофига. Блин, ну сегодня же рабочий день. Че они разъездились-то? Разрази их всех гром. Да. Ох. Ну, это место тоже горочка классно. Ну что ж, ребятки. С вами был я. Ой, господи, простите, ребят. Мошка, блин, в рот попала. Разрази их всех гром. Ой, ну что ж, ребятки, буду с вами прощаться. С вами был я, ваш единственный неповторимый беззубый летсплейщик, который желает вам здоровья, счастья, удачи, ребят. Тренируйтесь, занимайтесь, блин. Как говорится, тяните, жмите, отжимайтесь, приседайте. Это залог, блин, как говорится, вашей силы, вашего здоровья и все такое. Блин, ребят, когда меня черт-то занес, разрази меня гром. Что-то я в пространстве был. О, сейчас мы туда с вами зарулим. Так, ребятушки, сейчас... О, если честно, ребят, ни разу здесь еще не было. Странное местечко. Ну, в общем, ребят, всего вам доброго. Я с вами прощаюсь. Ваш беззубый берет небольшой отпуск. Немножко отдохну, пока эта вся жара, блин, не спадет. И продолжим с вами прохождение Dead Space. Так что, ребят, всего вам доброго, здоровья, счастья, удачи. Ну, все, ребят, пока, до встречи, удачи вам всем. Счастливо, до встречи. Не скучайте.